Ну, я считаю, что если человек совершил, если он реально совершил подобного рода преступления, то я считаю, что он должен быть пойман в любой точке мира. Неважно, будут это делать американцы или то же самое будут делать наши отечественные спецслужбы. Я думаю, им надо перенять опыт американских спецслужб. Поэтому, мне кажется, если это действительно произошло, то, наверное, не имеет права это сделать.